Удивительный сафари-парк в Геленджике и немножко моих картин, так как на них в основном животные. Слоны, фламинго и прочие красавцы. Очень рекомендую этот парк. Мы смогли даже покормить животных, так как для этого предусмотрена специальная еда в зоопарке. А вот и обезьяны. Львы. Очень много животных. Все в этом коротком репортаже, к сожалению, не поместились. А еще в сафари-парке есть канатная дорога, которую мы тоже оставили на следующий раз к самой вершине горы.